Привет, друзья! С вами Раштан Идзука и Джонни Воркута, и мы продолжаем прохождение игры Double Dragon Neon. Итак, мы только что с космической какой-то станции спустились на Землю. Надеюсь, тут появятся магазинчики, где мы сможем затариться жизнями и всякими полезностями. Ну что, погнали! Да, что сейчас будет, интересно. Какой-то Китай там. А, да, кстати. А, это типа вся база упала. А, мы же на этих прилетели. На мотоциклах этих летающих. Полетать не дали, нифига, зараза. Кстати, вот тебе не кажется, игра графика похожа? Вот, у меня тоже игра есть. Помнишь, мы играли на Соньке там? Что-то тоже про драконов. Два чувака там бегали, дрались там. Помнишь? Только она полностью двухмерная, там нельзя вверх-вниз ходить. А-а-а. Что-то китайский дракон, как она называлась. Да. Тоже синий, красный. И графически чем-то похоже. Мне, честно говоря, этот стиль не очень нравится. Мне вот... Если бы в стиле 8 бит бы сделали, было бы... Да, с ракеты горит. Кто взял? Ты. Опа, нифига себе сделал четко. А как? По бросок, короче. Кружок. А, надо вообще, я помню, в Double Dragon Battle Toads там очень хорошо этот бросок используется, типа то, что больше противников он хватал, коленом бил, там швырял друг в друга, надо как-то тоже приноровиться. Все, что столб сломал, а ничего не вылетело. Да, ну, типа, это что, босс, что ли? Серьезный шиноби какой-то, серьезный шиноби. Бывает не серьезный шиноби, а бывает серьезный. Нормально. А, это просто новый вид врагов, короче. Да, да. Напоминает врагов из Кобик Зомби тоже. Там помнишь, где Шулиска стоит, и девка с палкой. Я что-то слышно тебя засмотрелся, но это я играю. Да, у меня такое уже было. О, смотри, можно ее на этом взять. Я все забываю добивать. Интересно, как же можно сделать какую-то там совместную вот так вот. А что дает вот эта вот хрень, когда мы... Ай, блин! Может, нам жизни восстанавливаются или что-нибудь, когда вот мы в ладоши хлопаем? Надо бы посмотреть это вообще. Вопрос, изучить это. А смотри, она встает, не ударяет. О, класс, классно, с разбега я ее... Блин, плечом. Кстати, почему-то сделано наоборот тут. А, блин! Что-нибудь батарейка? Бери, бери. Давай. Смотри, тут почему-то она неправильно сделана. Вот удар рукой, удар ногой, да? Вот я когда разбегаюсь, нажму удар рукой, то он бьет ногой. Видишь, подсечку. А если я с разгона жму ногой, то он бьет плечом. По идее, надо было наоборот же делать. Ну да. Слушай, у нас что-то, по-моему, прически какие-то другие стали. И рукава разве были такие рваные? Да вроде были. Что-то мне кажется, что мы как будто больше стали. Не знаю. Я что-то даже не обращал внимания. Пей. Пей, ёп. Так, сначала там куда? Там какой-то банан лежит. Смотри, не поскользнись. А, бумеранг какой-то. Банан, блядь. Да, ну что-то похож на банан с гнильцом. Блин. Ох ты, тварь. Главное пиздить врагов с двух сторон. Погля, чухаться! Я вот не удивлюсь, если окажется, что... Видишь, что, синие кассеты какие-то, красные, нет? Это может для разных страниц кассетка. У меня уже, кстати, кассетка в море. Ну посмотри. У тебя, наверное, в море. У меня какая-то появилась, вот шишка какая-то. Ничего это такое. Рей, ярость. Ярость. А может, да, это у него типа температура поднимается. Какие-то стрелочки, смотри. Ты смотри, какие у тебя наиболее, наверное, каких больше кассет, я так думаю, надо здесь ставить. Я пока вставил, у меня, видимо, здоровье меньше уменьшается. Что за меч? Защита больше. Вот у меня велосипеда. О, этого 5 уже баланса. 4 кулака. О, нифига, я взял, магические силы выросла в разы. А кого-то у меня вот она стоит. Magic Cap. У тебя тоже она стоит? Попробуешь ли ее поставить? Что такое? Подъем оружия какой-то, да, получается? Weapons up.
У тебя, короче, когда ты оружие поднимаешь и кого-то бьешь, то ты больше жизни у них отнимаешь от этой фишки. Вот кулаки. Здесь я хотел. Блин, мне бы фаербол еще бы взять где-нибудь. Чтобы было больше. У тебя же до этого стоял ураган, вот этот, по-моему. Но это сейчас ты фаербол поставил. Я поставил тут шар кидать. Вот это что такое интересное? Удар посмотреть, что ли? Слушай, а это вся страница, наверное, это чисто супер удары, да? Ну да. Сосед Ситсу называется. Вот это что-то непонятно. Я вот это поставлю потом. Ну, давай, ладно, посмотрим, а я пока со старым останусь удар. И вот эти вот прыжки меня убивают. Коса, что ли, что-то? Подбосим. О, бумеранг, смотри, возвращается. Круто. Жалко же, нет, молот. Сейчас бы у нас с собой был серп и молот. Сейчас что-то будет. Что-то кто-то сейчас прилетит. Кимокоптер. Я сейчас кину в них. Типа нас спецназом тут какой-то сбросили. Костюм. Ракеты. Честно говоря, не совсем догоняю, в чем тут вообще сюжет происходит, кто это такие, инопланетяне какие-то, спецназ какой-то. У них хрена, они меня отстреливают. Бежим! А, у тебя же этот подсчет ударов идет, помнишь, ты ставил уже такую фишку? Когда ты 50 ударов сделаешь... А, ракеты! Так, я бегу. Меня перематывают, молодец. Бегу. Есть. Ракеты убивать никак нельзя. Что-то у тебя укопились удары, и куда ты, короче, исчезли. Типа надо комбо из 50 ударов, тебе надо не пришло. Ох ты, блин, я попал. Попростать. Они тоже, видишь, попадали. Нифига себе, тебе фаербол не помогает, чувак. Охренеть. Во, ракету ногой можно отбивать. Круто. Блин, теперь мне нужно отматывать жилет. Смотри, у тебя жизни мало вообще осталось. Пипец. Сейчас будем оба отматываться. Все, пипец. Оба сдохли. Сейчас по одной жизни. У тебя было больше. Мы же просрали. Когда с боссом дали. Скорее бы какой-нибудь магазинчик деньги потратить. Вон, вот, лет 2400. Слушай, а может надо еще... Вертолет уже пиздить? Нет, вот этого последнего. О, ракеты наводятся, гасись. А, да вы охренели. Что-то тут разнообразили геймплей. Еще банда без. Блин, прикинь, я уже все. Мочи суперударом и меня отматывай жнёк, а то у меня последняя жизнь сейчас. А, так все. А, нет, ладно, все, не надо. У меня одна жизнь есть. Как-нибудь продержимся, а потом там... Слушай, а может тут так рассчитано, что нужно возвращаться, перепроходить старый уровень? Наверное. Типа там все покупать в магазине, а потом... Заново. А, ракета. Все, ух, у тебя жизни вообще нету, подожди, а, ну сейчас я если что тебя отмотаю, но у вас у меня никто под ногами в это время не мешался, давай я пока вперед пойду лучше. О, стой! О, хватай! Отлично. Так. Так, мотай. Отведайте-ка серпа. Мотай. Мы вообще не даем упасть. Так, я нужен взял, хотел бумеранг что-то взять. Он возвращается, это полезно. Так, что-то у меня вниз не лезет. Так, это надо размочить, наверное. Тут-то ничего нет. Да, наверняка все что-нибудь. Оставь тут какой-то вход. Прикинь. А-а-а. Что делать? Да, пойдем там разобьем, разбомбим чувака-то. А может просто взять?
здание можно зайти, может там что будет, пойдем зайдем. Вот я думаю, а да, давай не пустят. Вернуться надо, дадут, все равно надо. Опа. Ловушка какая-то, блядь. Значит, давай посмотрим, что там дальше. Чуть-чуть посмотрим. О, не, пошли обратно. Все, у нас. Блять! Сука! Да. Это мой косяк. Ну, блин, я все забываю, надо попробовать, что нам дает это, когда мы хлопаем в ладоши. Да, сучка. Так, он сдох? Не знаю, нет, не сдох. Блин, что ж такое? Подожди, не ходи. Давай попробуем вот это. Вдруг после этого что-нибудь прибавится. О, поперло это. А, энергия начала сама набирается, видишь, это фишка. А может она сама набирается постепенно? Ну давай еще. Вон поперла. Она тебя прет, мне кажется, постоянно. Да? Ну-ка, как? Не, ничего, бесполезно. Блин, жизни нет вообще нифига. Смотри, у меня ноль, и у меня последняя палочка. И у тебя одна. Пошли потихоньку. Ох ты, ёпта мать. Охренеть, как он. Сюда тут телегу, наверное, можно долбать. Телега не долбается. А, вот долбается. О, бери чё. Давай, я возьму. Сейчас у меня еще и швырнет, наверное. Так, сейчас она что, все? Сдохла? Да. Да, раз из нее кассета выпала, да. Долби эту хрень. Тут в почтовом ящике или что-то такое. Так, это лучше обойти стороной. Тихо-тихо! Секунду, он там быстро рубит, ты смотри. Да. Теперь понял, что надо вниз треугольник нажимать, когда добиваешь, а просто треугольник не срабатывает. Надо побольше бросок использовать. Блин, я... Жива. Отлично. Не за девка. Ух ты. Ух ты, блин. А, вот. Типа как в шляпе. А где у меня там супер удар был? А, слышал он, как этот супер удар был? Как, пришли типа? Да. Вот так. Ай, блядь, у меня последняя жизнь. Не попадают они как. Все, походу. Добиваем эту шлепку. Отлично, завалили. Деваху. Хоть бы, блин, это. Магазин я буду собирать. Не, ну деньги даю, значит, магазин должен быть. Неужели возвращаться в первый этап? Может, типа, зайти, перепройти первый этап, да, и там все накупить, а потом туда наверх. А не получится, чтобы сохраниться, и обратно нас, это... Хрен его знает. Дело такое. Итак, друзья, оставайтесь на канале Игра в фильмы, встретимся в следующей серии.